мочиться. Один, два, все пошло. Давай, я дам. Нестер, где он, Нестер? Я тут. Забирай свою обувь оттуда. Все, Маш, а вы отойдите, мы подождем второй заказ. Давай, Андрей, помогай Нестеру, спускай на воду. Мы подождем, ничего с нами не случится. Сейчас мы посмотрим, как они катаются, потом мы пойдем. Вот, с Андрюшей пойдем. Я не буду кататься. Я помощник. Я тоже помощник. Ты куда? Я тут запрещала. Ваня, давай. Я из места. Тоже быстрее. Можно я? Аккуратно. А Вика в лесу еще маленькая. Сейчас будешь капризничать, ты вообще не пойдешь. Лучше видно. Мама, ты слом умеешь работать? Ты слом? Да. Ой, я не знаю. Я уже давно я не каталась. Вот с вами не работала. Вот этим. Маша, Соня, идите сюда. Где мама? Зайди, мама. Мама! Мам! Мам! Иди сюда. Я следующий. Маша, иди. Смотри, что надо. Маша. Я Маша. Чё? Вы все по очереди будете плавать, да? Понятно. На талице, вот так, на лодке. И сразу где-то дом был. Вот так дом, допустим, как церковь. А там знаешь, какое течение? Сносит прям. Сносит, страшно. Кто белый сохранит? Тоже на лодке?
Маленькие хотят. Ой, ну типа, смотри, выйди. А вы говорите, Надя, девочек нельзя? Думаю, ваши родители будут не против. Вот у меня две. Это, Вань, Вань, как приостановить эту Тёмку? Тёмку приостановить. Знаешь? Знаю. Нет, это не остановить, а это... На стоп поставить, что ли? Чтобы остановиться. И кадр, ну это, кадр остановить. Ну вот, а нет, это кадр остановить, не знаю. Ну вот кадр идёт, да? Вот сейчас, смотри. Ну вот, да, вот идёт сейчас. А где они? Вон, вон, вон. Мы пришли их. Вот они, да? Да, да. Угу. Вот приближе. И снимать... А, ну ладно. Он мне сказал, нету. Ты не знаешь, как остановить? Ну, приостановить просто. Приостановить? Потом запустить. А? Нет, что-то я такого не знаю. Вот здесь нету, ничего не видно на этих. А? Да не, не видно. Так, снимать только. Вот да, я не вижу. Чей там телефон ты будешь? Да, Володь, давай, не быстрее! Сейчас он здесь Володь приплывет, покажу. А что, вода-то холодная, ты делал? Да. Там тёпленькая водичка. Я же такой поговорю, если думаешь, что у нас получится. Нет. Сейчас поплаваем. Вы-то с нами поедете. Сонечка, ты упадешь. Ну, пойдем туда поближе. Аккуратно. Ну, да. Нет, мы на озере. Мы сейчас поплаваем. Вы тоже там поедете. Сейчас. Только не падай. Дядь Володь! Дядь Володя! Помощь нужна. Маша, Соня, идите сюда, мам. Ну подожди. Ну иди сюда, мам. Дядя Володя, сюда, сюда, сюда. Это глупо, да? На мне! Я лучше всех приду! На мне! Сейчас, Маша, терпи! Мальчик должен принимать, мальчики! Тихо, тихо, только не толкайся. Раз. Это ты передохнешь. Хватит, Паша. Ну, надо я приду. Садитесь, садитесь. Мам, садитесь. Аня, выйдите все. Выходите, выходите. Кирилл, иди катайся. Там нужно на два управляющих. Иди, ты будешь управляющим. Нет, поверни, поверни. Девочки, сюда сядьте. Ну, плавающий. Ну, да. Есть плавающий? Да, да. Немножко. Кирилл, заходи. Ваня, уйди. Сами разберем. Кишите. Сонечка, отпускай. Сами разберем. Ну, не прыгайте. Все.
качать. Да, я знаю. Нет, закачали то хорошо. Ну просто держите, что я сам буду вести. Я вот здесь замерзну. Ларина, я никогда купаться не будем. Будем. Не будем. Будем, они на тиме скопросим ее. Не будем, он скажет, будем. Она холодная, нормальная вода. Он скажет, холодная, и все. Нормально, тем более освещенная. Пиво сделан с маком. Тебе пиво. Ты же уезжаешь. Она в городок портит хлеб с маком. Ну ладно. А, мы сами последний день, да? Хлеб. Нам не пик, нам хлеб с маком. О, ничего себе они гонят. Она теплая, она хорошая. Хорошая вода. Да, хорошая. Вода нормальная. Как вы, почти как в РТШ. В РТШ холоднее должно много быть. А я бы купалась, не заболела. В это светское время хотели. Заболела? Нет. Ты же помнишь, мы купались в РТШ, Мася. Я же тоже купалась. Несколько дней, когда бабушки поедут. Я не купалась в РТШ. Мать, помнишь, нужно быть. Мы к бабушке доехали. Там а, и ты, с бабушкой купались.